делаем и для чего. И для чего. Мы сделаем это упражнение. Мы работаем с людьми, люди приходят с запросом. И наша задача, вот это то, как я понимаю, наша задача либо помочь человеку с этим конкретным запросом. Мы имеем в виду, что есть еще и глубина, которая за этим лежит. Мы можем туда идти, можем нет, это зависит от наших ресурсов, от нашего понимания ситуации. Либо второй момент, понять, что мы не в состоянии помочь или не хотим работать с этим человеком, и тогда отказаться как можно быстрее. То есть мы работаем на запрос. Мы либо соглашаемся, либо нет. И у нас есть, по крайней мере, у меня есть представление о том, с кем мы изначально хотим работать, с кем изначально не хотим. Вот это то, в чем с некоторыми коллегами мы принципиально расходимся. Отсев неподходящих клиентов. Отсев. Мы начинаем с этого. Может быть, для кого-то эта идея будет не очень понятной. Но когда у вас есть представление, с кем вы хотите работать, а с кем нет, и всех остальных от себя прямо отбрасываете, создаете барьеры специально, чтобы они не поступали, то вы себе работу отмечаете. Вопрос был, да, вот эти клиенты, которые молчат. Если вы отсеиваете неподходящих клиентов, вот эти 99 молчащих вам не попадут. Ну, может быть, только один придет. То есть вы сразу себе трудности уменьшаете. Трудности будут и так, будет достаточно. Да. Отсев или перенаправление к другим? Отсев. Отсев, да. Потому что перенаправление. О боже, я не могу с ним работать, я не хочу, но ведь человек страдает. Кому бы направить? Так, кто у нас есть? Сейчас, подождите, я подумаю, кому из коллег вам направить. Ну что, вы сходили к ней, да? Ну как? Не помогло, да, хорошо, я подумаю, кому еще вам сходить. Одна из самых любимых игр, в которые играют все люди, в том числе коллеги, вляпываются, знаете? Да? Да, и вот мы попадаем в какую-то вершину, и колесо карма закрутилось. То мы спасаем, потом... Оказывается, что уже мы в качестве, а вы, товарищ психолог, что-то нам не того посоветовали, вот мы сходили, и вот нам не понравилось. Ну-ка, давайте тут старайтесь.